Итак, друзья, всем привет! Вышло обновление Parallel Desktop 18.1. До меня дошла такая информация. Давайте посмотрим. Открываем, запускаем VPN. Подключаемся к Италии. Давайте. Вот у нас включен VPN. И запускаем нашу параллель. Давайте закроем окно с Windows. Нажимаем All Parallels. Сейчас версия у нас 18.03. Нажимаем проверить наличие обновления. Доступна версия Parallels 18.1. Давайте с вами посмотрим, что в этом обновлении у нас. Исправлены проблемы на macOS Ventura, режим Coherence со Stage Manager. То есть очень много крашей, виртуальной машины. Все поправлено 18.1. Windows 11. Windows 11 тоже, видите, пофикшено. Пофикшена графика, пофикшена работа с внешними накопителями, пофикшена работа с центром обновления. Linux, добавлена поддержка CentOS, Linux 9, Stream. Так, что еще? Пофикшена Parallel Desktop меню бар и icon, то есть иконка. Ну и для Pro версии разрешено увеличение объединенной памяти на Mac Studio компьютерах с M1 Ultra до 128 гигабайт. Теперь можно на виртуальную машину, это, видимо, на Intel Mac'ах. Завершена подпись драйверов для Legacy Windows. Это 2000 XP Vista 7.8 и 8.1. То есть очень большое обновление. Давайте поставим скачать обновление. Давайте подождем. Для вас это будет ускорено. Ну и продолжим тему, типа как установить обновление для Parallel Desktop. То есть я уже снимал такое видео, у нас есть оно на канале. Но вот это вот будет еще одно. Вот, продолжается наш сериал. Полная поддержка macOS Ventura. В 18.03 была добавлена поддержка, теперь она доработана, эта поддержка. Как видите, очень большое обновление для нашей параллельки. Обязательно нужен VPN, если вы находитесь в России или Беларуси. Иначе обновление вам не придет. Если вам доступно обновление без VPN, значит все в порядке. Беларусь, Россия включает VPN. Сейчас у нас версия 18.03. То есть вот я покажу 18.03. Также я вам скажу, что вышел Xcode 14.1 и Command Line for Xcode 14.1. Обновлю по ссылочке в телеграм-канале, будет новая версия Command Line for Xcode. Нажимаем установить. Все, параллелька у нас прикрылась. Происходит обновление. Просто ожидаем, сейчас будет проверка. Инициализация. Запуск. Это мы закрываем. Полностью закрываем параллельку. Хотя нет, давайте посмотрим. 18.1.0. Закрываем полностью. Открываем папку со скриптом. Запускаем скрипт. Вводим пароль. Запускаем скрипт без Ctrl. На этот раз при обновлении. А теперь запускаем нашу параллель. Давайте закроем наш Windows. О, параллель десктоп. Проверить обновление. У вас установлена самая новая версия параллельс. Пожалуйста. Закрываем. Закрываем. И давайте попробуем запустить операционку. Она у меня немножко не в том соотношении сторон. Но вот все работает. Давайте мы закроем завершенную работу. Ноутбук это Apple Silicon. Если ролик понравился, ставим лайк, подписываемся на канал, вступаем в наше сообщество в Телеграме. Command Line for Xcode будет новой версией в нашем Телеграме. Обновлю по ссылочке с Яндекс.Диска. Всем пока, до встречи в новых роликах. Удачного обновления.